В дома жителей деревни Савино, что в пригороде Ишкар-Алы, начала поступать качественная вода из Арбанского водозабора. Работа над строительством новой водопроводной сети велась здесь на протяжении нескольких месяцев. До этого местные жители нередко жаловались на местную воду, поступающую из старой скважины. Каждый выходил из положения как мог до тех пор, пока специалисты водоканала не подключились к решению проблемы. Нового водопровода жители деревни Савино ждали давно. Повышенное содержание железа, запах и привкус – вот то, что больше всего беспокоило людей, в чьи дома на протяжении последних многих лет централизованно поступала вода далеко не самого лучшего качества. Всяко было. Пока водоканалу не передали, вообще кошмар было. Что бывало, даже и мазут в ванной в воде плавал. А водоканалу передали, стало хорошо. А сейчас вообще замечательно будет. Вода до этого была очень плохая. Было содержание много железа и извести. Мы очень долго этого ждали. Настал этот момент. И мы думаем, что будем пить чистую, артезианскую, соответствующую всем санитарным нормам питьевую воду. Работа закипела, когда к проблеме подключились столичные власти и городской водоканал. За 3 месяца специалисты протянули 3 километра труб и подключили сеть к Йошкар-Олинской. Теперь в каждый дом деревни будет поступать чистая вода из Арбанского водоисточника. Проложено было больше 3 километров сетей. И на сегодняшний день, благодаря тому, что от деревни Данилова до улицы Школьной деревни Савино прошел водовод, больше 340 квартир, это почти 1500 человек, которые получили воду. Это социальные учреждения, это и детский сад номер 3, и Савинский детский дом, интернат, и Савинская специальная коррекционная школа. То есть мы говорим о том, что этот проект действительно для школы он очень знаковый. Общая стоимость выполненных работ СМР порядка 5 миллионов рублей. Деньги тут можно поблагодарить, конечно, нашу администрацию. На материалы 2,5 миллиона выделила администрация, остальное средство МУП «Водоканал». Сегодня специалистами водоканала используются самые современные материалы. Срок службы полиэтиленовых труб, которые не ржавеют и не гниют в земле, минимум 50 лет. Вместе с тем улучшается и качество подаваемой воды. Поэтому постепенно происходит уход от железа, то есть замена старых сетей на новые. Например, в этом году заменили водопровод на участке в Йошкар-Оле по улице Машиностроителей. Что касается качества воды, то Арбанский водоисточник всегда в числе лидеров не только в Приволжском федеральном округе, но и в стране в целом.